Ну, что конкретно? Вот считайте, с какого времени этот дом стоит. Неоднократно обращавшись в администрацию, ноль внимания. Утепляйтесь, они мне говорят. Вот все их слова. А то и посылают. То к одной их тетке, то к другой. А ходить я уже в этом возрасте не могу. И вот что пол холодный. Почему? Потому что весь фундамент сгнил. Воды все бегут сюда, понятно. И он, конечно, там все гнилье сплошное. Сосед у меня в третьей квартире, он некоторое время лил под подпол воду. Пол вздыбился. Так, это одно. Холод невозможный. Вот, пожалуйста, градусник, смотрите. Вчера было 14, сегодня не знаю. Подпол весь разрушили ЖКХ. И в первую квартиру разрушен подпол, и во вторую квартиру разрушен. А почему? Потому что когда вода замерзает, они ползают только через меня. Да еще вот такую бандуру берут с собой. Обогреватель. Раньше газовые были горелки. Сейчас, значит, вот это. И вот ходить я не могу. Я вот не снимаю с себя это все хозяйство. Я так и хожу, вот в полушубке.